Играй глазами под нас. Натягиваю пастух на подкозово. Надо их выгнать, пока не сильно. Вон я сука. Коровы там в пастухе жрут. Они натянуты. Давайте, кыш отсюда. Коровы пошли периметр обсматривать. Вон там далеко. Телефон трясется. Потому что трясутся руки. Вот у меня одна веревка. Ну, сейчас ее здесь не видно. На километр. А мне ее немножко не хватило, поскольку мы огородили. Вот, немножко километровой веревки не хватило, где Серега просчитался. Я еще ее пока наматываю на бесток. Но они все равно не лезут, а ходят по периметру. И обсматривают территорию. Где бы ему драть. У нас теперь и здесь несанкционированный этот, голова несанкционированная. Это, наверное, тетя Люба убежала. Здесь же для телят-то хоть во весь рост проходи, она сюда пролезла. И вот с нашими теперь гуляет. Было 5. Одну забили. И снова 5. Все, запустили мы большой электропастух. Вот теперь надо пойти коров попоить, потому что воду мы им еще сегодня не подвезли. А Сережа в поле косит. Вот сюда старый домик для ульев. Сюда притащили, спрятали. Ну не спрятали, а как он? Поставили аккумуляторы. Сам генератор пастуха. Заземление. Не идут что-то мои коровы. Пойду за ним. Вот тут вот то ли дрозд, вот он полетел, то ли кто. Вот он так всю дорогу с нами идет. Коровы идут, и он идет. Где он есть? Серега. Вот он перед коровой. Значит, да, Саша. Он бежит прям с ним. У меня коровы сегодня не едят, идут и идут куда-то, еще им час гуляют. Раз, полетел. У меня новые коровы. Ну, туда его запячивать сложнее всего, наверное.
все. А как его открывать-то? Ну давай, лезь. Ты давай сам. В какую сторону? Туда? Сними пипку еще выше. Какую пипку? Выше, выше. Еще выше. Я вообще ни разу не поднимал. Вот на себя дерни. Ну, сильнее, смелее не бойся. Ну вот, пока только одна эта бочка и вот такой тоненький шланг. Но это пока. Куб обвязали этим укрывным, потому что он пластмасса. Пластмасса не сильно любит тепло, солнышко. Корова вон там в околке. Так, здесь поставили, здесь укрепили. Ехать. Если он упадет, она, наверное, дышла, упрется. А то прям до березы вон до туда доедет. Ну вот так потихонечку сюда поем, проблемы решаются. Вот пастух есть электрический, водопой есть. 6,5 гектаров огорожено. И вот здесь вот еще 7 гектар надо огородить, но у нас нет ни времени, ни нитки, чтобы с этой стороны съели и перегнали на ту сторону. Время 2 часа. Приехала коров поить. Они чуть ли не на дальнем конце пастуха. Ну, вот такой вот здесь вот травостой. А здесь ведь косили. Даже мы косили раньше. Для коров-то хватит. Сюда, идите, вода. Испугались вот этого вот ящика и боятся эти. Иди, Калина, идите. Ну, кто самый смелый, идите. Ой, какая вода. Иди сюда, Калина, вода. Идите сюда. Иди, не бойся, иди. Идите сюда, вода, вода, вода. Ну, кто самый смелый, вода теплая, блин. Я бы сама залезла бы искупать. Ну, идите сюда. Иди, Калина, иди сюда. Иди. Блин, они не идут, они боятся, реально. Что, нам вдвоем с Серегой их сюда заподгонять к этой воде? Идите сюда. Ну, кто самый смелый? Быча, иди сюда. Может, ты самый смелый? Иди сюда. Иди скорее. Вода. Ой, какая вода. Иди скорее пей. Ну, иди, ластик, пей, иди. Идите сюда, идите. Морды. У меня сейчас и нервы вымыть. Мало того, что я вас хрен это откуда сюда забирала. Иди сюда. Вода. Ну, тот смелый самый. Я сейчас всю воду вам выпью. Идите сюда, на. Идите. Идите пить. Иди сюда, Мура. Мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур, иди скорее пей. Иди, пока нет никого, пока они боятся, иди пей. Иди скорее. Иди скорее воду. Вот так. А, они пускай стоят. Они дуры, пускай стоят и боятся. А ты пей, пока никого нету. Я сейчас пойду включу воду. Тихо, эти стоят. Сейчас драку устроят мне тут. Сейчас. Самая смелая оказалась Мура. Потом Бык, потом Калина. Теперь все поперлись. А вода льется медленно. Сейчас тут будут драки. Ага, ага, ага. Все прочухали, что воду дают. Все. Будет теперь мордобой. Ну, теперь это с такой скоростью, ведь вода не нальется, как хотелось бы. Кто первый? Того и тапки. А я-то встала, рога выпустил. Но теперь никого не подпустит. Ты язык свой черный сует. Сейчас, может, увидим, какой у нее язык черный. На-ка, покажи свой черный язык. Интересно, сколько по времени. Так, значит, 13:33. Сколько по времени у меня займет выпойка? Сколько они выбьют? Было 200 литров. 200 с лишним.
Ага. Лада пришла. Все, пока Лада не напьется, больше никто не плюнет. Вечер. Как хорошо стоят, ждут уже меня. Иду, иду. Сейчас пойдем. 7 часов. 7 вышло. Пойдем гулять. Пока эти побежали на озеро, надо вон тем воды налить. Так. Вот так. Пусть льется. Тут что-то оно не льется. Вот. Пошла. А эти сейчас сами дойдут, пойдем. Марта опять заблудилась. Как чумачечья понеслась туда. Пошли, Марта, они на озеро пошли, Марта. Вообще нечто. Вот как она так умудряется блудить? Сейчас будет одна бегать. Вон они уже, коровы-то где. Вон. А это и здесь сейчас будет бегать. В деревню, главное, чтобы не убежала. Орет. Сильно потерялась. Марта, сюда иди! Главное, им похбоку. На голос они не идут. А слепней сколько, вы посмотрите. Это вообще нечто. Голуби летают. Докопались до домика. Вам что здесь надо? До улья это. Ну-ка, идите оттуда. На том берегу овцы пасутся. Они как раз здесь вот напротив живут. Сегодня духотища. И тучи кругом. Марта так и не пришла. Где-то бегает, орёт. Я пока всех поила, чуть-чуть не разбежались. В общем, вроде со всеми проблемами разобрались, но все равно как-то вот... Стадо, оно есть стадо. С утра выгнал и забыл до вечера. И уехать куда-то можно. Куда Калина побежала? Овцы с таким шумом, такой толпой бегут. Друг за другом. Попить. Вон, несется наш чумачедший. Все-таки дошло до нее, куда идти надо. Бегом бежит. Плохо видно, солнышка нету. Темно все. Как-то тучи кругом. Серега там все накрутит. Еще 2 дня крутить хочет. А здесь вон еще, видите? Все кругом. Хмарно. Самое главное, душно невозможно. Ладно, Март пришла. Можно выдохнуть. Шампиньонов понаросло. О, какой был. Видали? Грибочек. А это старый уже. А это свежий, я его не видала. Мы здесь вроде каждый день. Хочу дождя, но не сегодня дождя. О, какая чья-то нора. Большой какой. Блин, ну я долго за тобой бегать буду. Калина! Сейчас я тебя... Здесь вообще вон травы-то нет. То ли солончак здесь какой-то. Вон, о, еще одна нора. Глубокая. Кто здесь, интересно, живет в таких норах? Иди к девкам. Здесь жрать нечего. Идите на траву, на хорошую. Что-то мои по второму кругу куда-то поломились. То ли по кустам. Очень много слепней. Марта там плавает. Пошли. Пошли. Вылазь оттуда. Ну вот то, что этот куб поставили. Сейчас хотя бы поить. Не надо их сюда гнать. А то же я вчера 6:30 пошла из дома. И мы до 8 болтались. Сегодня я их просто в обед съездила, попоила. Что-то притомились. Мы пока этот пастух ставили. Блин, мы его сколько времени ставили. Эти 6 гектаров так ораживали. Блин, вообще кошмар. Ой, мама. Да по жаре по такой. Ну, не сильно жарко, 30 градусов только, но все равно по солнышку-то ходи, хотя на солнышке-то далеко не 30. Все, теперь, я надеюсь, будем отдыхать немножко, выдохнем. Все равно страшно. Постоянно спать страшно, вдруг они ушли куда-то, значит, чьи-то поля топчут.
Ну, я думаю, привыкнем, да?